Уважаемый Алексей Ильич, у меня впечатление, что представление о патриотизме у нас носит милитарический оттенок. А интересовал ли кого-то патриотизм в святоотеческой литературе первого тысячелетия? Не кажется ли вам, что в настоящее время любовь к родине важнее проявлять в защите ее природы? Ибо загрязнение воздуха в городах, воды в реках носит катастрофический характер. И это несравненно опасное, а опаснее маловероятных вторжений иноплеменников. Длинные вопросы, да? Да, да, но это частные вопросы. Нет, конечно. Почему и только природа, забота о природе, а забота о нравственности, а забота о культуре? Ну что вы? А забота о прочих направлениях жизни государства? Ну, разве можно все свести к проблеме природы? А о патриотизме пишет апостол Павел. Если кто не заботится о своей семье, то он хуже неверного и отрекся от веры. О своих он пишет. Не заботится о своих, особенно о домашних, а особенно о домашних, то отрекся от веры и хуже неверного. Так вот, свои – это и есть наш народ, наше общество. Поэтому мы должны заботиться об этом. Но заботиться как? Человек не может обо всем заботиться. Вот на какой поприще он поставлен, вот там он и должен максимально честно относиться к своим обязанностям. Кому заботиться о природе, кому о политике, кому о литературе, кому об искусстве и так далее.